Привет всем! Сегодня у нас, как вы видите, обзор на улице. Давно у нас, кстати, так не было, так как Шиха со своей, блядь, синькой заебал и не хочет сниматься в роликах, а также их снимать. Сегодня у нас будет обзор на вот эту вот пластиночку группы Necronomicon под названием Necronomicon альбом. Задонатил ее Игорь Кузьменко. Прислал мне с России, говорит, чувак, сделай-ка обзор на нее, я очень хочу это видеть. Вот видите, как меня подписчики хотят поработить в рабство. Проработить в рабство. Этот альбом переиздали в 2010 году на лейбле High Roller. Таких было всего лишь три вида изданий. Черно-серебристый, который у меня, золотистый для цыганей и классический черный, ну, для нормальных слушателей. Само издание выглядит очень даже прилично. Смотрите, gatefold, разворотик, фотографии с группой. Да, они тут, кстати, на панков похожи. Потом вставочка такая вот с цветными фотографиями, на которой написана история группы. Там, где они пишут, бля, группа такая, как и Destruction, как и Creator были, но им не фартануло с лейблом. Ну, короче, такое себе. Вот. Кстати, если кто-то хочет с подписчиков перевести эту статью с английского, пожалуйста, welcome. Мы потом опубликуем в нашем паблике. Такой вот. И вот, смотрите, задник такой вот. Тоже фотография, трек-лист альбома, демушечки, а также с компиляцией. Такое вот. Я, кстати, очень удивлен, что здесь нету штрих-кода даже. И вот сам наш винил серебристо-черный, видите? Смотрите, прям подходит, да? Что ты скажешь нам, эксперт? А еще к этому комплекту винила шел вот этот вот код. Тоже, как видите, лимитированный, 200 штук, серебристо-черный, да? Фредди, да? Go! Это первый альбом группы Necronomicon, который вышел в 86 году на лейбле Gamma Records. Не Gamma Gomp и не Gamma Gay, а именно Gamma Records. Чаще всего этот альбом считается культовым, легендарным, хотя на самом деле я не могу понять чем. И на этом ремастеринге, если честно, звук что-то вообще не алло. Одна гитара звучит намного громче второй, что, кстати, на оригинале нету, на оригинале все сбалансировано звучит, а здесь какой-то, блядь, я не знаю, дисбаланс что-то. И вот эта вот вторая гитара, которая звучит громче первой, она настолько грязная, что аж забивает весь микс. Кстати, демо 85 года куда приличнее и лучше звучит, чем сам альбом на пластинке. Вокал Фредди на этом альбоме очень-очень похож на Тома Ангелрипера с группы Содом. А вот музыка — это такой себе синтез раннего Креатора, а также Destruction. Но на самом деле для 86 года такой материал не есть актуальным вообще. Это, если честно, хуже даже Содома 84 звучит. То есть какие-то несуразные песни, очень плохой звук. Очень часто Necronomicon любят ставить на один уровень с такими гигантами, как Destruction, Sodom и Creator, что не есть правильно, так как группа, как бы, она классная, но в ней нет ничего особенного, это раз, и у них никогда не было таких супер альбомов, как, например, Agent Orange у Sodom, Release from Agony у Destruction, а также у Creator там тот же Extreme Aggression, Pleasure to Kill и остальное, вы понимаете. Для меня Necronomicon — это группа третьего эшелона с Германии. Да, вы сейчас начнете говорить, да ты охуел там и прочее. Ну, это мое мнение. Вы же знаете, вы можете согласиться или не согласиться. Я никому его не навязываю. Либо вы сами понимаете, что в первый эшелон они точно не попадают. Во втором там есть такие группы, как Tankard, Holy Moses, Death Row, Assassin, Grinder, которые, ну, просто на голову, на две выше этой группы. И имеют какое-то свое лицо. А вот Necronomicon, ну, не совсем повезло с материалом, а также с лейблом, который их наебал. Извините за такие выражения, и не выплатил даже им никакие гонорары. И вообще, я думаю, что Necronomicon больше смог себя реализовать именно в 2000-х годах, когда он начал постоянно выпускать альбомы, колесить по всем странам, а также даже России. Кстати, их мой друг Дима Улыбин привозил не раз туда. Когда у них уже появился нормальный звук, менеджмент и прочее, тогда уже группа реально начала получать ту культовость, которая она и должна была еще в 80-х получить. Но, если вы любите подвальное качество, андеграундное звучание, вы можете заценить этот альбом, и вам по-любому он понравится, так как в нем есть вот этот вот прямой дух 85-86 года, который, кстати, был у Содома на 82-м и 84-м. Но видите, Necronomicon немножко отстали в развитии, поэтому так и вышло, что они Содом догоняли со временем. Хочу подытожить обзор тем, что издание вышло реально очень крутое, насыщенное, как вы сами видели, а вот начинка очень-очень даже подкачала. Так как этот мутный ремастеринг, зачем он там был, если оригинал куда звучит более сбалансированно?
Да, кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. У меня еще есть там Инстаграм. Не забудьте еще лайк поставить за Пашу Мегу, он тоже охуенно снимал. А коту? А коту еще? А что коту?